зовут Алена, и вы на канале «Каракуль Стич». Сегодня мы проедем по священной долине инков, посетим несколько районов. И сейчас мы приехали в один музей. И это место, где ткани делают, да, изготовляют. Самое, скажем, популярное было раньше, и считалось, что самые лучшие шерсти, нитки и качество все здесь, именно в этом районе. Этот музей называется Авана Канча. Это на языке кечуа. Рисунок на камне. Здесь нельзя фотографировать, здесь нельзя снимать, но, естественно, снимаем, пока меня не выгнали отсюда. Ха-ха. Cuando los españoles llegan acá, por ejemplo, ellos detectan alrededor de 70 camélidos, variedades de camélidos. Es como que si ellos no han desarrollado un nivel genético en vida. Todo esto corresponde a un proceso cultural. Ну и сейчас какие остались, но, в принципе, здесь вы видите, какие разновидности были по шерсти. Отсвечивает. Хочу вам все равно показать золотые изделия. Смотрите, какая красота. Это вот ножи такие были. Раньше, представляете? Simplemente obtienen beneficios económicos. И да, это видите, как лама в центре галактики. Я потом найду, напишу вам, как его посмотреть. Смотрите, точно я не знала. Я этого не знала.
Надо будет посмотреть в интернете. Смотрите, на горе дикие ламы ходят, видите? Ага, это мы сейчас приехали в музей, вот они там ходят, дикие ламы. Вот они тут гуляют, представляете, какая красота. Мы тут в этом музее, видите, можно и покормить альпак. Гуакая. Это называется гуакая. В общем, здесь их очень много. Ой, какие симпатюлечки. Суки линии. Топ. Lo único peligroso es que pueden escupir a larga distancia. Ajá. 3 metros, directo al ojo. Como francotirador. Это просто яма, no sé так. No, no hay. Наверху они просто так гуляют дикие. Вы видите, сколько там? Целая куча пасутся. Смотрите, какая у них шерсть длинная. Обалдеть. Звуки. Смешная вот эта. А это уже другие, смотрите, какие смешные, у них шерсть такая совсем, они на баранов больше похожи. Давай вот так встанем. Это вот меньшая шерсть, это кара, зовут вот эту. Не могу мордочку снять. А вот это, знаете, есть собаки с такой шерстью, как бы вяленой, вот такой, да, сваленной. И вот это вот они такие. Тоже. Это не грязные, не замызганные, это у них такая шерсть. Это еще другие. Ой, смотрите, какие смешные. Hay algunos engreídos también que solo reciben grandes cantidades. Смотрите, вот это кондоры. Размах крыльев 3 метра. У мачо, у мальчика, у него вот вокруг шеи вот такие вот щеки висят. А вот эта девочка, у нее нету, конечно, никаких таких щек. Вот так. Смотрите, какие шикарные, да? Обалдеть. А вот там, смотрите, маленькие в гнездышке. Кондоры. Sí, miren la cochinilla, ¿no? Son parásitos que habitan en el cactus y de ellos se obtienen más de 15 tonalidades. Всякими листьями и корнями. Это все используют для крашения тканей. Ниток всевозможных. Смотрите, вот эти нитки придут, да, вот их красят натуральными красками, никакой химии. Вот смотрите, женщина ткет. Muy bonito. Que me gusta de sus frases. Muy bonito. Как она хорошо. Красиво очень стал костюмы. И целый день вот они сидят так и ткут. Представляете, какая красота. Que niña bonita. Que linda niña. Смотрите, какие красивые цвета ниток. И все это из натуральных листьев, корней, кактусов. И вот так вот они целыми днями. Смотрите, сколько всевозможных кукуруза, да? Сколько разных видов кукуруза есть здесь, представляете? И кванто варидадес кукуруза, маиста? Alrededor de 800 en el Perú. 800 разных видов, 800. Представляете? Сейчас, то, что сейчас известно. Раньше было больше. И картошка разная. Ну, здесь она уже в таком... Знаете, как, а вот эта картошка какая-то замороженная, как она считается. Она белого цвета. Здесь она уже старая, но в принципе замороженная.
Okay. Ajá. Chicha es un dialecto de repente que los españoles. Сейчас мы поднимаемся в археологический комплекс города Писак. Он один из самых, наверное, важных в этой долине. И расположен он, в принципе, в 30 километрах от Куско. И знаете, этот город построен, вы знаете, как я, по-моему, раньше говорила, что инки строили свои города в форме каких-то животных. И этот город построен в форме куропатки, если смотреть. И сам этот город инков состоит как бы из двух частей. В одной части, в принципе, там, где они жили, а вторая часть — это полные, вы увидите, это терраса, терраса, терраса. То есть там, где они высаживали картошку, маис, кукурузу и так далее. А еще что самое интересное, что в скалах инки хоронили своих, ну, умерших, да, людей, и сажали их в форме зародыша. Тем самым они думали, что если они похоронят в таком виде, то возродится новая жизнь. Вообще очень интересно. Писак представляет собой также крепость на скале, которая строилась в несколько этапов. Остановились просто на посмотреть на каньон. Ese es el famoso, es parte del gran valle Cerro de los Incas. El nombre original del río es Uilcamayu, que significa río sagrado. ¿Por qué es importante y por qué de repente se le podría considerar valle sagrado? ¿Qué altura acá? 3.000. Casi 3.300. На 3300 метров над уровнем моря. И сейчас вот мы идем именно в древний город. Наверное, много рассказывать не буду. Буду больше снимать и показывать. Вот туда мы должны подняться. Вот это все терраса, вы видите? И вот тот вот замок. Не знаю, как мы туда поднимемся, потому что я уже дышать не могу. Очень тяжело, ребята. Фух, просто не представляю, как люди тут раньше жили и ходили. Вы знаете, раньше люди, вот как этот нам гид рассказывал, 1000 километров проходили пешком, представляете, по горам? 1000 километров. Я поднялась на 200 метров и уже задыхаюсь, не могу дышать. Вообще, такие мощи, такие анды, ребята, не передать слова. Ребята, помните, вот я говорила, в скалах они хоронили людей в форме зародыша, вы сажали. Вот эти, это вот, вот в скалах вот такие вот есть дырки. Вот, ну, это, я не знаю, туда, конечно, наверное, можно как-то пройти, но мы туда не пойдем. Вот это вот как бы кладбище. Вот мы приехали оттуда и поднялись сейчас наверх. Ой, мы сейчас спускаемся по такой лестнице, что у меня просто в заду дыхание сперло, я извиняюсь. Но что делать, другого выхода нет. Надо, раз приехали, надо пользоваться моментом и идти по этим страшным-страшным лестницам с огромной высотой. Ужас, ужас. Шли, казалось, что террасы такие, как ступенечки, узенькие. На самом деле они огромные, широкие. Ну вот мы заходим. Поднялись к храму Солнца. Это считается одной из самых красивейших мест здесь, в Писак. Мой ребенок поднялся высоко-высоко, он туда. Ужас, так страшно. Высота вам не передать словами, как высоко. Я даже туда не пойду, потому что я боюсь. Это главная часть, как у этого храма. И porque... ¿Tienes este nombre? De... Bueno, Intihuatán es un nombre que se adopta desde el periodo incluso ya republicano. Uh-huh. Sí, Intihuatán significa donde se amarra al sol. O uh-huh. Te podría traducir donde se realiza algún tipo de ritual o conexión con el sol. В общем, в этом храме раньше... как бы ритуалы, связанные с солнцем, проводили, поэтому и имеет такое название, как храм солнца, да? Это древние такие, именно связано с ритуалами.
И вот раньше вот конкретно вот это место работало как обсерватория там тоже, да, потому что все, что связано с Солнцем, в общем-то, люди и раньше изучали космос, и Солнце, и планеты, и, в общем-то, вот это вот ритуальное такое место, и в то же время и обсерватория. Вот видите, здесь, конечно, уже так сделано, как фонтанчики, да, но в принципе вот эта вода идет с гор, с каких-то подземных рек, и вот так вот она спускается, и поэтому инки строили террасы, очень смотрели на солнце и на воду, то есть горы все время увлажненные здесь. Смотрите, какие цветочки я еще тут вам снимаю. Горы увлажненные все время, круглый год, и солнце в нужное время попадает на эти террасы. И поэтому как бы надо было только посадить растения какие-то, и потом приехать и собрать урожай. То есть даже не надо было там плевать или что-то. То есть росло все само и росло шикарно. Поднимаемся на смотровую площадку наверх. Смотрите, какой кактусик красивый цветет. Красотень, правда же? Cuando los españoles llegan acá, lo que hacen es sobreponerse e imponer, ¿no?, su cultura o su estrategia, como en Machu Picchu. Antes que los incas, digamos, comanden a construir esa ciudad, tenían sociedades верхотуры вам снимаю, как выглядит все красиво. Меня просто ведут за руку вниз, я не могу спуститься с этой высоты, у меня кружится голова. Ну вот мы возвращаемся. Красота! Смотрите, какое небо голубое. Ой, предлагали же взять, пока мы поднимались, нам предложили взять маски с кислородом, ну, с кислородом, да? И я подумала, да ну, Зафи, нафига мне эти маски с кислородом? Ага, еле поднялась, девочки. Так тяжело вообще. Сидела там, почти чуть ли не потеряла сознание. Представляете, это все от нехватки кислорода. Вот так. И казалось бы, 3,5 метра, 3500 метров над уровнем моря. А город Писак вот там вот внизу. Внизу, внизу, внизу. Ну, сейчас мы уже спустились. Ну, ладно, сейчас мы будем делать следующую остановку. И не знаю, в каком месте. И я буду продолжать. До связи!